Привет, друзья! Как вы все знаете, на этот раз я нахожусь в Керале. Из года дня я показываю вам прекрасные места Керали. Чемямунар – это горная станция, куда многие люди приезжают истови насладиться отдыхом. По дороге я нашла небольшой водопад, поэтому мы остановились. Еще не сезон дождей, поэтому баду ба водопады меньше, а то здесь много воды падает. Мы ели ананас и манго здесь. भी नहीं दीते ताकि ये उलिचनीय फ्रूक्ति पवस्युदु व इंदी एता मोय मालिंकी क्रिस कतोरी प्रिसेल सनामी Истови насладиться се поездкой. Сейчас мы собираемся заняться сафари на слонек. Так что давайте продолжим и расскажем се, как можно покататься на слоне. Как только вы доверяетесь до Мунар, вы найдете множество придорожных магазинов, которые предлагают катание на слонах. Им не пришлось заплатить человеку 615 русских рублей, истови пока таться на нем. Если вы пара, вам придется заплатить 1230 русских рублей, за дете до 2 лет плата не взимается. Мунар находится в 110 километрах от города Кочи, сюда можно приехать на такси или автобус. Железная дорога совсем здесь нет. Итак, теперь давайте покатаемся на слоне. Если вам понравилось сегодня снаяя, попутка искажата винди, то поставьте лайк и подписывайтесь и не забудьте поделиться с друзьями и семьей. Спасибо за просмотр. Пока-пока.